Да, ну, с телевизором получилось, можно так сказать, промыслительно, случайно промыслительно, потому что он сломался, вот, нам стало как-то лень его чинить, и мы поняли, что вот там неделя прошла, другая, потом месяц, потом год, и мы спокойно без него обходимся. То есть, безусловно, нет такого какого-то там тотального запрета, там, в гостях у бабушек, у друзей, дети смотрят, если там не, значит, по каналу не идет что-то откровенно там чернушное, мы, так сказать, их не уводим за руку, вот, такого, конечно, нет. Но дома, получается, да, его нет, мы смотрим. Сейчас интернет дает возможность смотреть любую классику, да, там современную, там российскую, зарубежную. Можно все фильмы посмотреть, мы очень любим, смотрим, вот, особенно там диснеевские вещи. И вот старая советская, это вот как бы те вещи, которые приемлемы абсолютно все, но и вот новая российская там отчасти, выборочно, да, там. Вот. А телевидение вызывает, конечно, печальное зрелище, потому что то, что я вижу, вот это вот как-то заставляет задуматься действительно о том, что вот какая политика вообще проводится и проводится ли вообще, да, то есть вот которого можно образно сказать, да, вот в политическом режиме это значит что-то похожее на цензуру. Вот, хотя есть определенные подвижки, мы сейчас видим, шоу появляется, оппозицию приглашают. Я считаю, что не нужно бояться приглашать любых людей там, с любыми там, точками зрения, да, и не нужно нам тут бояться, что там какие-то там какая-то пятая колонна скажет свое, значит, скажет свое слово вдруг, да, народ разберется. Вот. А во всем остальном, да, вот помимо политики, это такая, значит, вещь, что там менты сменяются бандиты, бандиты ментами, да, и вот воспитание каких-то низменных чувств. Вот. Нам нужна действительно политика вот по тому, чтобы кинематограф, не кинематограф, а телевидение, да, телевидение действительно было вот такое дружелюбное к детям, да, вот, что дети могли включить его, там, сейчас дети долго не спят, да, там, в любой момент, и ты действительно не боялся, что они что-то там такое увидят, да, интересное, познавательное, да, то есть детские передачи, да, ну, значит, передачи, да, вот, различного плана, да, там, научно-технические какие-то, да, там, связанные там с географией, с какими-то открытиями, да, культурные вещи, да, вот они должны преобладать не только на канале «Культура» или «Карусель», вот я бы так выразился. Ну и вот приведу пример, когда я находился в зарубежной поездке, значит, включил телевизор, там показывали и российские каналы тоже, вот, и шли новости на канале Fox News, это американский канал, консервативный, правда, но тем не менее, вот, и они прорвались просто на молитву, по большому счету, то есть вышел хор и пропел очень красивую, значит, вот песню про то, как Христос вошел и спас нашу жизнь, да, причем там вот не какой-то такой баптистский рок там был, да, там вот, а именно вот такая достаточно красивая вещь. А потом продолжился новостной выпуск, да, и переключив на первый канал, я увидел картину, что, значит, на Первом канале в прайм-тайм рекламировали какой-то молодежный проект. Значит, и в качестве потом, когда показали этот молодежный проект, там трое молодых людей под абсолютно, значит, вот такой вот трэшевую музыку стояли в масках, один оскаленного кабана, вот жутким таким оскалом, который вот страшно детям показать, да, другой медведя, а третий просто демона с рогами, да, вот, и после этого мы говорим о наших духовных скрепах и о бездуховных американцах. Вот, то есть, опять же, давайте посмотрим на то, как формируется, значит, да, вот, формируются программы, значит, в тех странах, на которые там принято было равняться, да, вот, и подумаю, что наше телевидение, конечно, очень больно, да, то ощущение, что оно больно больше, чем общество даже. Ведь тот отказ, который сейчас происходит от телевидения, вот, наверное, мой пример ведь далеко не единственный, да, то есть сейчас есть показатель, что аудитория телеканалов постоянно падает, и последние 2 года она меньше, чем аудитория интернета, да, то есть молодое поколение в массовом порядке отказывается от телевидения, да, и, наверное, вот это вот клише, что давайте как бы вот раз у нас такой зритель, да, и мы будем еще больше вот играть на низменных чувствах, ну, вы потом останетесь совсем с маргиналами, наверное. Вот. Наверное, тут нужно и как-то вот кадрово подумать, да, и финансово государство на этот счет, если речь идет о государственных каналах, да. Но даже если канал не государственный, то государство, считаю, право проводить свою культурную политику, и вот такого слова пропаганда в хорошем смысле не нужно бояться. Вот. И какие-то вот нравственные, патриотические, семейные ценности, да, там, ценности созидания должны на телевидении, безусловно, превалировать.